По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с проезжей части и столкнулся с бетонной опорой. От удара машина загорелась. Водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Автомобиль полностью сгорел. На месте работали сотрудники полиции и МЧС. По факту аварии назначена проверка.